Всем привет! Сегодня мы будем проходить игру Resident Evil RPG Rebirth. Режим отряда Браво. Raccoon City, июль 1998 года. Обычный город с необычными преступлениями. Ужасные убийства были совершены в округе Raccoon City. Были доклады о семьях, которых атаковала группа по 10 человек. Жертвы были съедены. Отдел полиции Raccoon City, 23 июля 1998 года. Мистер Айронс, что полиция делает по поводу странных убийств в горах Арклей? Мы ограничили общий доступ к горам на неопределенное время. Тем временем мы готовим миссию для Старс. Специальный отряд для спасения и разведки готов к таким операциям. Не беспокойтесь. Итак, мы получили координаты логова убийц. Мы начнем расследование в лесной зоне в Raccoon City, в горах Арклей. На данный момент мы отправим отряд Браво, который ведет Энрико. Помните держать связь. И если что-то будет не так, запрашивайте подкрепление немедленно. Ладно, отряд Браво, следуйте за мной. Ричард, будь осторожен. Ладно, Джилл. Лес Raccoon City, Арклей Маунт, горы Арклей. 23 июля 1998 года. Что вообще происходит? Отказ двигателя! Вообще, короче, падают. Фух, еще чуть-чуть. Капитан, Эдвард и я останемся проверить двигатель. Ладно, что касается остальных, давайте исследуем нашу позицию и осмотрим ближайшую территорию. Капитан, парни, смотрите! Ты нашла что-то? Да, эта запись является ордером на арест и транспортировкой убийц... Приговоренного к смерти по имени Билли Коэн. Эти бедные солдаты. Они были просто хорошими парнями, выполнявшие свой долг. Этот ублюдок убил их всех и сбежал. Ладно всем, давайте разделимся и осмотрим территорию. Наш друг силен и очень опасен. Будьте внимательны. Это что еще такое? Смотрите по сторонам! Осторожно! Их здесь больше! Их здесь слишком много! Бежим! Они вбежали в особняк, где они считают, что они в безопасности. Пока. Что это было за хрень? Я не знаю! Они были как собаки! Но, милой кошей, это нехорошо. Мы должны вызвать других. Рича, воспользуйся радио. Попробуй. Рико, Ребекка, кто-нибудь есть? Прием. Эдвард, Кевин, кто-нибудь? Прием. Ничего. Эти проклятые собаки должны быть их преследуют. Не беспокойся, они знают, как разбираться с этим делом. Что это было? Был это Энрико? Это пришло с той стороны. Давайте пойдем проверим. Итак, мы играем за отряд Браво. Эй, ты, прекрати! Медленно развивающийся. Thank you.
что-то не так. Его кожа... Он мертв. Этот парень был уже мертв до того, как напал на нас. Надо найти остальных. Пошли! Ну, так как все остальные двери закрыты, будь один! Вы нашли ключ топора. Ой. Хотя, лучше всего сейчас от этих зомби избавиться, а потом, чтобы было меньше морать. Мы нашли зеленое растение. Мы нашли коробки. Две коробки, потом на бы. Мы нашли сапфировую эмблему. Сейчас самоубийцей из ванны выпрыгивает, вам скажу. Бах! Вы нашли нефритовую эмблему. Ты тоже это слышал? Что? Ничего, давайте войдем. Да, надо кое-что сделать полезное. Пополнить боекомплект. Так, раненько все не потерпало. Что это такое? Берегись, она атакует! Так, это знакомое. Мы ее убили? Не знаю, она похоже мертва. Ну не хотят, думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Поймала так поймала. Получи. Сапфир. Его синий свет — первое, что должен тебя ослепить. Впрочем, как-то не обнадеживающе. Бронза. Скрытый, но довольно-таки ценный. А единственный щит из него может сразу защитить четверых человек. Ну, кто в это верится. Нефрит. Зеленый и сверкающий. Последний, что должен сиять. Рубин. Щедрый и ценный. На чьих-то ценах стоит после бриллианта. Второй. Бриллиант. Свет, который владеет тремя показателями. Соблазнение, жадность и сила. Странно. Бронза. Нефрит. Вы нашли серебряный ключ. Так, надо кое-что сделать. Гулять так гулять. Пропустим все. Так, сохраняемся. Ну, вот он. Всего лишь дыра. Смотри, хранилище за этой стеной. Ричард, берегись! Ричард! Вот оно приближается. Берегись, Кеннет! Не было.
Вескер, что случилось с отрядом Брама? Хороший вопрос, дорогой сэр. У меня есть хороший ответ для вас. Эдвард Дьюи и Кевин Дули, пилоты, атакованы зуби собаки. Форт Спейн. Заклёван насмерть воронами зомби. Кеннет Салливан съеден зомби. Ричард Айкен и Эйкен съеден заживо гигантской змеёй. Энрико Марин. Я убил его сам. Это было слишком легко. Эврика! И, наконец, Ребекка Чемс. Новичок. Она получила помощь от отряда Альфа. Я убил ее тоже. Тем не менее, когда я вернулся, воскреснув, ее тело исчезло. Она, должно быть, сбежала вместе с отрядом Альфа. Честно говоря, мне на все это наплевать. Мне больше планов, о которых нужно беспокоиться. Это всего лишь начало. Ни один пиксель не пострадал и не погиб во время производства этой игры. Спасибо за внимание!